Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Всемирный день черепахи. Вот уже 19 лет, 23 мая по всему миру отмечается День черепахи. Этот праздник появился в 2000 году. Инициатором его создания стало Американское общество спасения черепах. Целью праздника является привлечение внимания общественности к сокращению численности черепах по всему миру в последние десятилетия. Утверждение о том, что черепахи живут 300 лет – миф. Пока достоверно известно только об одном рекорде по продолжительности жизни черепахи, который официально зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса. Речь идет о черепахе Туи Малила, которая была принесена в дар королю Конго известным мореплавателем и открывателем новых земель Джеймсом Куком. Эта черепаха прожила 192 года. В среднем же продолжительность жизни черепахи может колебаться от 30 до 100 лет. Однако в последние годы многие черепахи не доживают и до 10 лет. Сокращение численности черепах и средней продолжительности их жизни во многом связано с человеческой деятельностью. Черепахи на протяжении многих лет подвергаются уничтожению браконьерами. Из этих пресмыкающихся готовят черепаший суп, который во многих ресторанах считается деликатесом. Многие черепахи погибают, запутываясь в рыбацких сетях или употребляя в пищу несъедобные полиэтиленовые пакеты, которыми люди засоряют места их обитания. Существуют две разновидности черепах – морские и наземные. Наземных также подразделяют на сухопутных и пресноводных. Черепахи распространены в тропической и умеренной климатических зонах нашей планеты. На территории России сегодня обитают такие виды черепах, как головастая, кожистая, дальневосточная, болотная, каспийская и средиземноморская. В Красной книге Международного союза охраны природы внесены данные об охранном статусе 228 видов из 328 современных видов черепах. Из них 6 считаются вымершими, а еще 135 находятся под угрозой вымирания. По всему миру 23 мая любители черепах проводят информационные акции, строят обходные пути или переходы для пресмыкающихся в районах оживленных трасс. Также активисты выступают за то, чтобы места, где черепахи откладывают яйца, получили статус охраняемых законом территорий. За 19 лет празднование Дня черепахи распространилось по всему миру. Этот день отмечают даже в тех уголках Земли, где черепахи не обитают. Вы легко можете присоединиться к празднованию этого дня, исключив из своего рациона блюда из черепах, а из обихода предметы быта, сделанные из панциря этих пресмыкающихся. О других интересных датах, связанных с братьями нашими меньшими, вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!